Приветствую вас на канале Score. Сегодня поговорим про плюсы и минусы содержания Componotus japonicus. Выясним, чем они лучше или хуже наших отечественных вагусов. Произведем общий анализ и сделаем сравнительный обзор двух видов. Поехали! Казалось бы, видео про Componotus vagus хоть отбавляй, и это правда. Рассказывать о них подробно я не стану, ибо зачем эта информация, которая уже давно есть в доступе и многим известна. Оставлю два ролика про них от своих хороших товарищей на ютубе по ссылке в описании. Вкратце. В целом, для муравьев-древоточцев характерны свои особенности. А именно. Активность, доминирование в своем ареале обитания, агрессивность в ростом колонии и непревзойденная охота. Итак, у многих, как я предполагаю, возникал вопрос при выборе из двух видов муравьев. Стоит ли брать в альтернативу вагусам японцев? Начнем с вагусов. Componotus vagus – Дендробион зоофаг. Охотится на мелких беспозвоночных, имеет развитые формы трофобиоза с тлями. Питается соком растений, нектаром. Кормовые участки крупной семьи охраняются. Имеется система радиальных тоннелей. Возможна мобилизация. Охотники идут на поверхности почвы одиночную фуражировку. Вид активный и агрессивный. Наиболее часто встречается в сухих и умеренно влажных сосняках. Реже в лиственных лесах. Из термофилии, то есть теплолюбивости, селится он исключительно на открытых местах, хорошо пригреваемых солнцем. Гнезда же могут располагаться в гнилом старом дереве, чаще в пнях и их корнях. Реже встречаются в живых высыхающих деревьях. Муравьи прокладывают ходы в заполонной части ствола, открывая полоски древесины вдоль волокна и сооружая из них перегородки между камерами. Иногда также делают, особенно на склонах. Норы в земле под камнями. Примеры жития есть в видеоряде. Как итог, вид один из самых крупных на территории Российской Федерации, агрессивный и весьма интересный в наблюдении. Но то, что предпочитают эти муравьи селиться в древесине, дает только многие плюсы к их содержанию. Он может быть выгоден из-за доступности, так как поймать его могут большинство россиян без особых усилий. Самый жирный минус требуется зимовка 4 месяца, в конце ноября до конца марта, при температуре около 6-8 градусов по Цельсию. Что же может противопоставить японский аналог нашим вагусам? Японский муравей-древоточец – это один из самых больших муравьев Восточной Азии. Диапазон распространения следующий – Япония, Филиппины, Китай, Монголия, Северная Корея и Россия. Как далеко проникает он на Запад или в Южную Азию, точно неизвестно. Существует несколько подвидов этого муравья в различных районах Азии, самый крупный из которых обитает в Северном Китае. Кроме того, в Японии этот вид один из самых наиболее распространенных, которые чаще всего можно встретить в живых районах. Японский муравей-древоточец – гнездится в почве. Зрелое гнездо глубиной 1-2 метра. Вход муравейник открыт, насыпи вокруг не сооружают. В одной колонии можно насчитываться от нескольких сотен до тысяч рабочих муравьев. Брачный лед крылатых особей можно наблюдать с мая по июль. Тоже зависит от места обитания. Крас черный, размер варьируется от касты от 6 до 14 мм. Королева же в длину 14-17 мм. На грудной клетке и брюшке у нее имеются микроскопические каштановые волосики. Оплодотворенная самка зарывается в землю и откладывает несколько яиц. В природе новая колония перед выходом в первый спящий режим вырастает до 10-30 особей. Чтобы вырасти до зрелой колонии, потребуется от 4 до 5 лет. Королева японского муравья-древоточца живет около 10-20 лет. Этот вид не агрессивен, чем пользуются другие насекомые. Например, королева муравьев некоторых полирахисов могут пробраться в гнездо, убить хозяйку и начать строить собственную колонию, используя местных обитателей. Как рабочую силу, пока не подрастут ее собственные работники. Но не только муравьи-паразиты пользуются доверчивостью компонотусов. Японская бабочка-паразит, голубянка вида нимфада фуска, тоже не упустит возможности подбросить свое потомство на воспитание муравьям-древоточцам. Одурманенные муравьи под воздействием феромонов бросают все свои дела и начинают откармливать чужих личинок, забывая про свое собственное потомство, которое в скором времени погибнет от недостатка пищи. Как итог, вид опять же один из самых крупных в Азии, но менее агрессивный. Живет в почве, что позволяет селить их не только в дереве, но и в гипсе. Не такой многочисленный, как те же вагусы. Менее доступный, и цена на этот вид будет порядком дороже на несколько сотен. Отдельно стоит остановиться на очень интересном нюансе, касающемся этого вида. В природе Componotus japonicus являют самые различные ландшафты, отличающиеся климатическими показателями, самые важные из которых являются температура в зимний период. Матки, родиной которых является непосредственно Япония, в зимовке при низкой температуре не нуждаются.
Матки же из тех регионов России, где теплые зимы редкость, хотят и будут зимовать, даже если вы будете их греть искусственно. Это же касается рабочих и всей колонии, выращенной каждой из этих маток. Локалитет маток и их поведение крайне предсказуемы, поэтому как только вы заметите, что муравьи отказались от белковой пищи, раздули брюшко, съели всех личинок и яйца, сидят без движений, сбившись в кучу, это первые признаки того, что вам нужно отключать все лампы и обогреватели и затем спокойно отдохнуть пару месяцев при температуре примерно плюс 15 градусов по Цельсию. Это, пожалуй, единственная сложность, которая возникнет у вас при содержании джапоникусов. Если вы разгадаете тайну диапаузы и начнете предсказывать ее по видимым признакам, то эти муравьи будут стабильно развиваться год от года, наращивая свою численность. В заключение мы имеем два интересных вида, и в то же время каждый не без своих тараканов. Пожалуй, стоит переплатить, пусть немного, но зато вы будете спокойны тем, что ваш холодильник не будет превращен в зоопарк. Я, пожалуй, отдам свое предпочтение джапоникусам. Ведь люди без большого опыта содержания, или же те, кто не хочет заморачиваться зимовкой, с радостью приобрели этот вид. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Хочу сказать, что если вы оставите комментарий, поставите лайк под этим видео с вашим инстаграмом или с ВК, то в следующем выпуске или через выпуск я проведу розыгрыш на денежный приз. Все в ваших руках. Всем спасибо, всем пока.